Итак, ребята, всем привет! Сегодня я в Брукхейвен для того, чтобы поселиться у кого-то дома. Да, я решила, зачем мне ставить дом, если можно поселиться у кого-то там на чердаке, например, жить. Поэтому я сейчас беру все самое необходимое, а самое необходимое это спальный мешок, потому что вряд ли каждый дом будет открыт. И сейчас мы будем выбирать самый лучший дом на сервере и будем там селиться, будем там жить. У нас есть, я не знаю, будет это дом какого-то моего подписчика, либо это будет дом просто какого-то игрока на сервере, я не знаю. Так, у нас есть, кто-то прыгает, капец. А, давайте посмотрим, кто это прыгает. О, нифига себе, ребята, смотрите, тут целая тусовка. Тут есть принцесс Несси. Ну хорошо, давайте тогда пойдем к принцесс Несси. У нее дом открыт, ребята, супер. Ну что могу сказать, я готова. Ребята, все обломалось. Значит, меня забанил первый дом. Не поселимся здесь. Давайте смотреть, что будет во втором доме. У нас есть вот этот руф что-то. Если что, пойду к нему. Пока хочу посмотреть, какие есть еще другие дома. Вот этот, конечно, дом меня забанил. Спасибо тебе большое, принц Несси. Ага, я просто хотела у тебя пожить. Есть еще вот такой дом. Это, кстати, тоже интересно. Давайте посмотрим. Бла-бла-бла. Забегаем, значит, сюда в дом. Смотрим, что здесь. Дом открыт. Здесь гостям рады, походу, больше рады, чем в предыдущем доме, где меня просто забанили. Но как-то, я не знаю, этот дом не очень-то уютный для меня. Что, я буду в машине, что ли, спать? Не хочу я спать в машине. Я хочу спать нормально. Хотя, может, вот эту комнату выбрать, она побольше. Да, блин, тут я не хочу в машине спать. Кстати, это такие дурацкие кровати. Посмотрите, как Вульфпак сделал. Он тупо поставил тачки, в них поставил кровати, но в эти кровати лечь нельзя. То есть здесь даже кнопка не появляется, чтобы можно было спать. А здесь вот есть сейф, можно из сейфа деньги забрать. Но зачем мне грабить свой дом, да? Это ж правильно. Нам свой дом грабить не надо. Мы дальше забегаем, значит, смотрим, что здесь. Здесь гардеробная. Ребят, как-то не знаю. Давайте, наверное, посмотрим еще какие дома есть, потому что здесь реально кровати неудобные, даже не ляжешь в них. Дом полностью, огромная часть дома отдали под гараж, не знаю, не очень комфортно. Есть дом ютубера, это тоже, кстати, интересно звучит, да, давайте посмотрим. Но мне этот дом тоже не очень нравится, потому что он, в принципе, не очень-то большой. Кстати, в доме никого нет. Но давайте посмотрим, что еще есть, какие вообще варианты, где я могу пожить. Там, кстати, дом стоит еще, тоже интересно. Здесь, смотрите, есть вот. Этот дом, кстати, очень уютный, очень интересный такой. Давайте, наверное, сюда, может быть, как-то заберемся. Поставим здесь спальный мешочек и заберемся вот сюда. Я буду жить здесь. Уютно, тепло, очень хороший дом, потому что здесь есть где жить. Смотрите, здесь можно жить вот так вот. Сидеть, точнее. Здесь большая кухня, ребята. Здесь огромнейший второй этаж. Посмотрите, здесь просто гигантское место. Здесь огромнейшая ванная комната, гигантская гардеробная вот такая. Здесь вот такой отдельно туалет, чтобы не воняло по всей ванной. Здесь зона вот такая для отдыха около окна. Это вообще просто, я не знаю, место мечты. В смысле, меня дом удалили? Офигеть! Так, ребята, меня выселяют из второго дома. Я, походу, никому не могу поселиться. Просто меня все удаляют, либо удаляют дом. Я просто не могу никому подселиться, блин. В квартире я жить не хочу. Здесь, кстати, смотрите, появился новый какой-то дом. Вот у этого человека. Давайте, конечно, к нему сейчас пройдем, чтобы спокойненько вот у него поселиться. Этот дом тоже очень хороший. Итак, привет. Надеюсь, ты мне рада. Я буду у тебя жить. Привет. Ой, слушайте, она с пушкой. Походу, она не очень рада. Ладно, давайте поднимемся на второй этаж, посмотрим, что у нас на втором этаже есть. Итак, здесь у нас вот такая вот спальня. В принципе, я думаю, мне подходит. Она хорошая, большая, у нее собственная ванная. Да, я забегаю к чужим людям домой и выбираю самое лучшее. Я всегда для себя выбираю самое лучшее. А что? Я что? Я люблю себя. Идем вот сюда, смотрим. То здесь? Здесь тоже, в принципе, хорошая комната такая. Здесь такая кровать не очень большая. А здесь просто ванная. Больше ничего нет. Ладно? Да офигеть! Это что, шутка какая-то? Почему она тоже удалила дом? Это какой-то прикол, походу. Ребята, мне это не нравится. Третий дом. Я с третьим домом обламываюсь. Меня забанили уже все просто. Смотрите, там новый дом появился. Вот, смотрите. Новый дом. Отлично. Он, кстати, старый, но, в принципе, я не против. Итак, дом открыт. Забегаем здесь. Смотрите, здесь большая кухня. Здесь вот такая большая гостиная. Я пока ни у кого еще не пожила, ребята. Я очень хочу пожить в чужом доме. Но пока ничего не получается. Здесь большая вот такая гостиная. Здравствуйте, вы тут спите. Ну, не надо спать. Мы заходим, значит, вот в эту комнату. Та комната уже занята. Но вот эта комната тоже не такая плохая. Смотрите, она тоже большая. Здесь есть через, прям напротив, собственная ванная комната. Дальше, что вот здесь еще есть? Здесь еще больше комната, офигеть. Смотрите, тут есть гардеробная. Ребята, я выбираю эту комнату для жизни. А что? Все, давайте обустраиваться. Я считаю, что это лучший дом из всех, которые мы нашли. Плюс меня пока тут не забанили. Давайте как-то обустраиваться будем. Конечно, я сейчас повешу гирляндочки. А, давайте поставим в угол вот так пуфик, чтобы уютненько было. Вот, здесь, кстати, уже есть белый ковер, поэтому ковер нам не нужен. А мы ставим вот такую вот гирлянду. Давайте вот здесь. Ого, ребята. Напоминаю, то, что я на общем сервере, поэтому
поэтому мне доступно всего лишь 5 пропсов. 2 из них я уже использовала, поэтому осталось немного. Давайте поставим вот такую лампочку. Уходи, уходи, давай, уходи, это моя комната. Уходи, ты, я твоя roommate, я твоя соседка. Уходи, это моя комната, уходи, давай, я не хочу с тобой. Давай, вали отсюда, да, вот смотрите, не жалко. Офигеть, я к нему подселилась, а он меня даже не забанил. Ребята, это вообще кайф. Походу я нашла, что искала, я нашла это потрясающее местечко. Я использовала 3 пропса, у меня есть еще небольшой запас таких пропсов, которые я могу использовать, поэтому давайте посмотрим. Я могу использовать всего 5 пропсов. Я вообще не понимаю, как Вульфак такое допустил, что на общем сервере можно всего лишь 5 пропсов. Хорошо, я знаю, вот эта табуретка, она просто ужасная, поэтому я поставлю сюда свечки. Давайте поставим такие белые прикольные свечки, они очень уютные. Вот, ребята, все, моя комната просто наполняется какой-то каким-то супер уютными вещами, такими очень-очень, короче, красиво и очень мило. Ну, я думаю, что, в принципе, это хватит, хотя нет, давайте последний, давайте поставим цветочек какой-нибудь. Вот такой вот беленький поставим цветочек, давайте вот сюда, наверное. Ребят, по сути, все. Мне не понадобилось много вещей, чтобы обустроить комнату. Конечно, я не могу использовать много вещей, но мне и не нужно, потому что, ну, здесь реально, ребят, посмотрите, ну, как бы моя комната просто... Не надо ко мне приходить, ну, ты понимаешь, что это моя комната? Не надо вторгаться в мое личное пространство. Почему он закрыл дом? Алло, это моя комната, уходи отсюда, уходи. Ты бесишь, давай уходи. Так, это моя комната. Это моя гардеробная, там мои вещи висят. Не надо брать деньги, это мои деньги, это мой сейф. В смысле ты пушку достал? Я вообще-то твоя румейт. Как ты мог достать пушку? Мы просто соседи. Хорошо, так, дай мне хотя бы в туалет на дорожку сходить, пока ты меня не застрелил. Здесь я ничего плохого не делаю, я никого не граблю. У меня вот сейчас вечерняя рутина, значит, evening рутин. Я не могу включить душ, мне ничего не дает, значит, помыться я не могу. Но зато то в туалет хотя бы сходила, в принципе, остальное не важно. Я тут же вон и жопу помою, тут и так воды нормально, достаточно. Здесь у нас, в принципе, все очень уютненько. А здесь можно вот так вот посидеть, значит, посмотреть наши фильмики. Дальше, здесь у меня, смотрите, есть еще вот такое белое красивое кресло, где можно посидеть. Ты можешь как-то вообще открыть вообще доступ? Сделай меня уже румейт в своей добби, да хватит пушку доставать. Я ничего тебе не сделала, убери. Нифига себе, ты прибалдел тут. Уходи, ну это мой дом. Это, вообще-то мы вместе живем. Я не знаю, кто ты, но мы живем вместе. Я, значит, сажусь вот сюда, смотрите, ребята. Что это такое? Офигеть, офигеть, ребята. Посмотрите, тут просто выстрелы из пуль. Как это вообще происходит? Почему он стреляет, и это куда-то просто в воздух кидается? Хватит в меня стрелять. Ты достал уже. Просто прими свою участь, то, что ты теперь живешь с хозяйкой квартира. Итак, ладно, он пока тут что-то думает, я пойду поем. Ребята, я хочу покушать. Вот, смотрите, тут есть бананчик, яблочко, которое я не могу взять, но, ребят, это не проблема, потому что я свое ношу с собой, так сказать. У меня вон, посмотрите, какой арсенал. Я могу, значит, сейчас, наверное, поесть пиццу. Пицца это вкусно, пицца это хорошо, давайте поедим. Так, садимся за стол, конечно, садимся, давайте вот сюда сядем. Сейчас нормальненько поедим пиццу, попьем чаечек, да, горяченький какой-нибудь, хорошенький. Вот, давайте чаечку попьем сейчас, чтобы вообще отлично нам было. И я считаю то, что я отлично прожила у кого-то чужого в гостях, и мне реально очень понравилось, ребята. Несмотря на долгие поиски и 3 бана, я реально хорошо прожила в гостях у другого человека. У меня все получилось, он, кстати, меня не забанил. Я полностью обустроила свою комнату, она выглядит очень потрясно, ребята. Так что напишите в комментариях, как я круто справилась с заданием.